Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать прятаться друг от друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайкусики под нашими сериями троллинга прятки. Только благодаря вам мы продолжаем снимать эту рубрику. Да, ребята, и вы прекрасно знаете, что надо делать. Ставите огромные пальцы вверх на наши видосы. И давай наберем как можно больше лайков, и сразу же выйдет следующая серия троллинг пряток. А 15 тысяч лайков, не сколько это там лайков, а 15. 15. Ровно 15 и на моем, и на Жекином видосе. На обоих, да, видосах, на обоих. На обоих, да, все, до свидания. Наша карта. Что мы сегодня будем тут делать? Я построил типичный новосиб. Ну, как по моему мнению он выглядит. То есть, везде лед, везде снег, везде бегают мужики. Прям в майках, ну, потому что закаленные, можно так сказать. Тут у нас Жекина общага и студенты с кока-колой в руках. И у нас вот тут замороженный бассейн, а то другое 35-е. Да, вот. Поэтому я даже не знаю, что я еще могу тут сказать. Жека нам скажет, похоже ли это на новосиб или нет. А мы пока пойдем к Жеке. Сразу же его, конечно же, найдем, как обычно, да, что у него там зу. А, то есть он мне зоопарк построил. Ну, сходим сегодня в зоопарк. И главным экспонатом у нас, конечно же, будет Жека. И потом вернемся на мою карту. Поэтому, ребята, давайте, потопали. Ну чё, Жиндас, я могу? Ну, ты, в принципе, заходи на мою карту, Эдисон, небольшая предыстория. Ты попал, знаешь, куда? В зоопарк ты попал. Да, я уже понял, в зоопарк. Так, а чё это будет? Это очень банальная идея, но, в принципе, да, зоопарк. Да, и тут, знаешь, в зоопарке очень странный человек один. Да, я вижу, прям самый опасный ютубер у нас тут, да? Да, прям самый опасный ютубер Shadow Priestok. Ага, ясно. Вот. Так, хорошо. Ой, я в клетке, Жека! Какой-то клетки появился. С тиграми, со слотами. Выбирайся. А как? Да не знаю, Эдисон. Встань там возле двери, постой. Возле двери? Да реально, возле двери прям встань, и она откроется. Ну прям впритык. Это не открывается? Нет. Эдисон, она должна открываться. Да ничего. Эдисон, я не знаю, прокопайся. Капут! Там серьезно стоит ножная плита, невидимая, я думал... Да ничего тут нету, я застрял, Жека, вытащите меня! Клетка со львом! Включи геймод 1, сломай дверь, так уж и быть, я тебе разрешаю, Эдисон. Да не буду, я дверь, я чё, читер, я тут... Проход себе прокопаю, только этот час будет длиться, но все же, я прокопаю, Жека, все будет нормально, не переживай. Я еще вылезу. Опа. Так, опасно у тебя клетки, да. Молодец. А, то есть я ни в какую... А, вот сейчас могу. С другой стороны, а с другой, типа, когда я зайду внутрь, как я оттуда вылезу? Там вроде тоже можно, я проверял. Нет, там ничего нету. Ну попробуй. Можешь? Нет. А вот, сейчас могу. А стой не мог. Ну я забаговалась. Забаговалась, так. Давай, я уже заколебался тут, давай. А, вот ты заколебался, да, значит? Да, так. Да. Утки. Так, утки. Так, я могу. Спасибо, выпустили. Так, опасный ютубер ты наш. Где ты? Опасный. А что это тут сзади такое? Что это вообще? Что? А, короче, смотри, Эдисон, тут еще есть здание, да? В здании это типа океанариум. Там типа, короче, рыбы плавают, понимаешь? Тоже зоопарк, только водный. Так, хорошо, а где я прослушал? В каком месте? Ну, в здании, там где вот написано «зу». А, зю, там тоже что-то есть. Ну, естественно, что что-то есть. Так, хорошо. А волки вот эти, волки, опасные вообще. Опасные. Ну, может к волкам, в принципе, не знаю, там как-нибудь пробраться, может не пробираться. Так, ну я подумаю, Жек, я подумаю. Так, мне интересно посмотреть на рыбок на самом деле. Давай. Где? Посмотрел на рыбок. Где рыбки? Так, а тут наверху что-то. Так, подышать, ничего тут нету. Жека, ты не рыбка, понимаешь? Да, думаешь. Да, ты не рыбка. А тут еще рыбки есть. Да, ой, охали бабай, ну вот это паскуда какая-то. Ай! Не, ты не рыба, Жека, ты не рыба. Вот да? Опять дверь не работает. Хорошо. Вашу мать, тушку. Хорошо. Заколебались этими дверьми. Так, яички. А вот петух какой-то у нас тут. Жека, ты петух? Ты не петух, мне кажется. Не, я помню. Так, подожди, я тут все же поставлю спаунпоинт, а то я в этой клетке буду спавниться. Так, а тут кто? Тут у нас крыса. Не хочу я крысам идти, не Жека.
Да? А как я сейчас выберусь отсюда? Ага, всё, ясно. Я не знаю, что ты там делаешь, что ты бегаешь, что там выбираться не будешь. Жека, ты слон? Да. Не, слон не так делает. А как? Ну покажи. Я не знаю, ну как-то... Как-то по-другому, мне кажется. Подумаешь, оботом своим. Какой-то укокошенный слон, мне кажется. Так, хорошо. А кого я еще не проверял? Подождите. А главное, на моей карте я дам подсказку. Быть очень сильно внимательным. Чекать уже те места, которые ты чекал, понимаешь? В каком смысле? Элиса, ну ты подумай над моими словами внимательно, вопрос хорошо, подумай, понимаешь? А, то есть то, что я уже проверил, да, это как бы до жопы, да? Ну то, что... Ну вот смотри, вот то, что ты проверил в самом начале особенно, вот ага, кажется, паскуда, там... ага, паскуда. А что это такое? Куда эта тварь скрылась? А у меня такой вопрос. Ты где? В смысле, а так нечестно, ну как бы я уже проверил все точки, почему их заново должен проверить, что это за дичь, Джека? Скрылась тварь куда-то скрылась. Я понимаю, что... тварь узнала, не понял. Ну вот эта тварь, которая в клетке сидела. А куда он пропал? В смысле, ну как бы, что это за прятки, если я все проверил, просто перепрятался, и сейчас мне все чекать обратно. В смысле, офигеть. Так, вот эти коровы сраные не бьются, идите сюда! Чё они не бьются? Чё? Да они не бьются? Да охренеть. Да знаешь, почему они не бьются? Потому что дебил за деревом стоит! Охренеть. О, Эдисон! Это троллинг? Прятки, нет, правильно? Это обычные прятки, мы просто, мы, у нас нет, 20 да. серий на канале, и мы просто прячемся, и мы просто ищем. Подожди, это не просто прятки, мы просто сказал, прячемся, нет, мы просто прячемся, и мы просто ищем, понимаешь? Прятаться, искать. Подожди, он меня еще убил, понимаете? Я его нашел, он меня еще убил. Ты вообще охренел, у меня такой вопрос. Эдисон, ну я же тебе сам... Ты вообще охренел, у меня такой вопрос. Или что? Давай, иди прячься. Хорошо. Сейчас я спрячусь. Запомни мои слова, сейчас я спрячусь. Уже, я иду. Нет, подожди, а мы забыли главную суть, то, что выиграл тот, кто нашел друг друга. Я тебя нашел, поэтому, может, ты меня убивать, я и так выиграл. Хорошо, я тебя затроллил, как бы, ну тут два. Хорошо. Давай. Я тебя жду, в принципе, понимаешь? Я тебя жду. Так, я понял, ты какашка, да? Да, ты вообще... Давай, тролль ты даже, давай, ищи меня, ищи. Ну ладно, хорошо. Я тебе разрешаю. Это у нас новосиб, Жека, типичный, ну, как, по моему представлению, должен выглядеть новосиб. Ну, то есть, предыстория. Кареты какашки? Видишь, там на начале бассейн. Ты пришел купаться, как бы уже лето. Но вдруг у вас опять снег выпал и похолодание. Поэтому, ага. Жека, сегодня не получится себе покупаться. Да, ну хорошо. Эдисон, я тебя ищу, как бы, понимаешь? А, Жека, ты понимаешь, ты сейчас в шарагу свою зашел? Вот там у тебя твои одногруппники на улице, вот видишь, они там немного прибухивают, чтобы просто согреться на таком морозе. Ты не сними, Жека? Они прибухивают не только, чтобы согреться. А, просто, чтобы развлечься, да? Да, это нормально, для новосибирских студентов это нормально. А, нормально. А, кстати, ты... Я к ним не отношусь, не переживай. Не знаю, верить тебе или нет, но суть, Жека, понимаешь? Смотри, на улице бегают мужики с палками и в рубашках, ну в майках, ну, типа закаленные, это нормально, да? Там все в майках, минус 30, да? Да, значит, я не ошибся, значит, все нормально. Нет, на самом деле нет, ну ладно. Везде лед, везде снежные горы, ну нормально. Я что-то вообще тебя найти не могу, тут NPC не бьется. В смысле не можешь? А, Жека, включи ник, а то я тебя не вижу. Так, name Шови. Да. Шови. Name Шови, так. Давай. Гидранты это явно не ты. Гидранты? Если даже не знаю... О, тут есть пещера. Где? У нас пещер нет, я ни разу не видел пещеру. Ну, кто его знает? Ну подожди, ну как бы ты не во всех местах был в Новосибе, понимаешь? Кто его знает? Ой, тебя да. Тинтл убил. Это знаешь, это кто был? Ты был чешуница. Чешуница? А где? А вот чешуница у нас тоже не водится в Новосибирске, так я скажу. А кто его знает? Ну это просто у вас... А кто его знает? Я знаю! Жека, это просто сибирские крысы, они просто тоже закаленные, понимаешь? Понял. Они просто в снегу были вот и испачкались, поэтому они серые и белые. Подожди, мне нужно выследить искусственный интеллект. Искусственный интеллект! Так, вот
это подозрительно. Ты рассказывай, что у тебя там интересного происходит. А, то есть ты меня не видишь. Понял. Хорошо. Так, хорошо. Я залезу на пещеру. Ага, тут еще, оказывается, можно залезть и на крышу. А как мне залезть? В смысле, почему на крышу можно залезть? Ну там типа какой-то NPC я видел на крыше. А, да, ну не знаю, ну. Не, Дисон, подожди, как туда залезть? Откуда я знаю, ну как бы чекай, мы. Ну хотя дай подсказку изнутри или не дома, знаю, или откуда. Не знаю. Вот Санта-Клаус будет пролетать на дом, может тебя скинет тут Санта. Ааа, может, ага, понял, через этот, через какой-то камин, да? Ну да. Да? Я угадал? Подожди, а как тут нет камина? А, есть камин? Не знаю. У него залезть нельзя, как бы. Не знаю, Жек, я не знаю. Я вообще не в курсе! Я вообще, где ты? Всё. Подожди, сейчас я ник твой выслежу. Я Элисон, не понимаю, камин закрыт. Ну закрыт, значит, туда нельзя забраться. Ну кто его знает? Ну как на крыше есть NPC? Вот ты подожди, ну тебе как бы надо найти еще какие-то предметики, да? Предметики, чтобы сюда забраться. Ты был в лесу там, где у нас много льда. Был там? Там, где много льда, да, ледяной лес, можно так. Или на заднем дворе твоей шараги. Не сейчас, был. Подожди. Сейчас я посмотрю. Вот именно. Так, ну тут NPC лежат, как бы. Не, я тут был, но я тут ничего, никакие вещи не находил. Ничего не было? Нет, Эдисон, тут ничего не было. Ничего не было. Я не знаю, а что тогда делать. Эдисон, подожди, так нельзя. Вот у тебя NPC стоит на крыше, но туда нельзя залезть. Ну а кто тебе сказал то, что туда нельзя залезть? Там можно залезть. Хорошо, скажи мне, как туда залезть? Дай подсказку. Я сейчас давал подсказки на троих братьях, как добраться до какого-то места. Ты меня убил, поэтому я тебя сейчас ненавижу. Поэтому сейчас сам ищи, да. Я тебе ничего не буду говорить. Обиженный Эдисон. Ну, давай я тебе расскажу предысторию, хорошо? Еще раз расскажу тебе предысторию. Давай. Лето на дворе, да? У нас сегодня какое, Жека? 9 июня, да? Можно так сказать. Да. Ты пришел покупаться в бассейн, потому что жарище и лето, да? Но тут неожиданно вдруг хандаракнула зима, и у тебя опять снег на улице. А вот там на начале у тебя есть бассейн, понимаешь? Бассейн. Подожди, я так и не понял, как забраться на крышу. Как это мне помогло с крыши? Я ничего понять не могу. А! Куда я провалился? Ты просил подсказку, я тебе дал подсказку. Я провалился под лед. Тут есть какие-то три прохода. Так. Кто там есть? Какие-то три прохода. Какие так, три прохода? Ничего там нет. Так, день какой-то ставит. Нет, не я был, это у вас в Новосибе просто день-ночь странно. Да, я понял. Так, Эдисон явно запаниковал. Я вообще спокойный, как никто. Да, сейчас запаниковал. Я ничего, ну хорошо. Подожди, я все тут проверю, не переживай. Да. Ты все проверишь. А, ну, в принципе. Ну, да. Я заколебался в этой воде уже плавать, Эдисон. Кто тебе может запретить все поверить, все проверить и поверить в себя? Я согласен, Жек. Я согласен. Да чё такая, у меня тут одна проблемка, но мне кажется, ничего страшного. Пока ты будешь там меня искать, я эту проблемку решу, Жек. Ничего тут страшного такое. Да, просто у меня тут немного забаррикадировали меня, но ничего страшного, я уже решил эту проблемку. Подожди, вот прям сейчас, вот, все, да, все, подожди. А, вот я и решил, да, все. Ай, застрял! Все, нормально. Тут еще одна проблемка, тоже ее надо убрать, потому что... А ты где? Подожди. А ты все проходы там в бассейне прочекал? У меня такой вопрос. Да вроде да. Ты уверен? Ты уверен? Так. Мне кажется, нет. Мне кажется, так. Не все. Так. Я тут проблемку так. Свои решаю, блоки так. Ломаю, а то так. Они... Так! А ну иди сюда, падла, я тебя видел, где ты? Зашибись. Куда ты убежал? Нормально. Куда он делся? А ну, ищите его! Алло, ты куда забрался? Там туда нельзя! В смысле? Жека, зелья пропала! Ты меня так долго искал, то что у меня зелья пропала, понимаешь, Жека? 8 минут ты меня искал. Я знаешь, как тебя спрятался? Я просто снял броньку. Я там стоял на одном месте, то есть я тебя тоже затроллил, можно так сказать. Ой, затроллил. 8, у меня даже... Затроллил пожёстче. У меня даже зелье пропал, потому что... Да ничего. Подожди, ты меня просто убил, хорошо, давай. Ты меня убил. Жека меня убил. Я понимаю, что это мое место.
Это мое место. Это мое место. Мое место. Смотри, вот там моя карта, правильно? Нет, там как раз таки моя карта. А, да? Ну ладно, то я перепутал. Вот я и говорю, это мое место. Все. Конец! Будем заканчивать. Как вы сказали в начале серии, ребята, ставьте лайки, давайте наберем по 15 тысяч лайков на обоих видос, на двух видосах по 15 тысяч лайков, и сразу выйдет следующая серия Тролли Пиратик, потому что вы частенько просите эту рубрику, поэтому, ребята, не ленитесь и поставьте лайк. Да, также, ребята, не забывайте заходить в наши инстаграмы, ведь там мы постим наши реальные фотографии, даже у нас есть местные фотографии, поэтому заходите, ссылочки будут в описании. Даже совместные? Это новость какая-то. Да, там вот с Эдисоном прям вот такие. Да ладно! Какая крутая, понимаешь? Да я в шоке просто, Жека, да, совместные. Да. В общем, да, ребята, в описании есть все необходимые ссылочки, поэтому говорим вам огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.